Российский международный олимпийский университет завершил набор студентов на обучение по программе дополнительного образования «Мастер спортивного администрирования». Основа курса – олимпийское наследие во всей его многогранности. Слушателями курса станут студенты из 15 стран. Среди них сотрудники национальных олимпийских комитетов, бывшие спортсмены, специалисты компаний спортивной отрасли. А на русскоязычной версии будут учиться представители 21 субъекта нашей страны. У нас за эти два года побывали студенты из 31 страны мира, со всех 4 континентов, между прочим. А если говорить о России и вкладе университета в российскую жизнь, у нас были представители 76 регионов страны. Учить студентов будут лучшие преподаватели из 10 стран мира. Практику студенты будут проходить на олимпийских объектах и трассе Формулы-1. Сегодня к списку партнеров присоединился центр Санки. Это санно-бобслейная трасса. На спортивных объектах предполагается организация мастер-классов, семинаров и тренингов. Первые лекции в Олимпийском университете начнутся уже 21 сентября.